Right, welcome back, friends. Добро пожаловать назад сюда, друзья. Are you ready? Вы готовы? In India, в Индии, we spend a night with God. Мы проводим ночь с Богом. Every month, каждый месяц, second Friday, во вторую пятницу, our church comes together to spend a night with God. Наша церковь собирается для того, чтобы провести ночь с Богом. From 9 p.m. till morning 5 a.m., about 25,000 people join together to pray and to meditate the word of God and to praise God. С 9 вечера и до 5 часов утра приблизительно 35 тысяч человек объединяются в едином желании прославить Господа, молиться Богу и возвещать хвалу Его. And I preach almost 4 to 5 hours together. И проповедую от 4 до 5 часов. And I want to repeat that in this nation. Я хотел бы это повторить здесь, в этой стране. Yes. Да? Dada or the net? How many say dada? Yes? Сколько из вас говорят да-да? Да? Или нет? Oh, I really appreciate. Да-да. But in fact, my flight is about 12 o'clock. Около 12 часов длится полет мой. I came yesterday evening to St. Petersburg. Я прилетел вчера вечером в Санкт-Петербург. I leave this night. Сегодня вечером я улетаю. This is a short trip. Это очень краткое путешествие. I travel back and back about 40 to 48 hours to come and spend 24 hours with you. Я преодолел приблизительно от 40 до 48 часов в путешествии для того, чтобы провести с вами 24 часа. How many of you are interested or want to see me again in this city? А сколько из вас, кто из вас захотел бы еще раз повидаться со мной в этом городе? Can I see those hands? Вот, oh, вы подняли руки. So much. Спасибо большое. Kindly pray. Вы можете молиться? This is the first time that I've come to Russia. Я впервые приехал в Россию. God willing, I'm going to come to this country many more times. По воле Божьей я мог бы приезжать в эту страну много раз. I want to see things happen in this nation as they're happening in India. Я хочу, чтобы видеть то, что происходит в Индии, происходило бы и здесь. And I have no intention of starting my church in this nation. У меня нет никакого намерения открывать мою церковь здесь, в этой стране. But I have great heart for the churches of this nation to raise up and stand for God. Но сердце мое открыто для того, чтобы видеть в этой стране церкви, которые встанут и будут для Господа действовать. My Jesus is same yesterday and today and tomorrow. Иисус мой вчера, сегодня и вовеки тот же. And if he's able to do mighty things in India, why not in Russia? И если он способен делать это в Индии, почему бы это не делать в России? Yes. Да? So let me share with you what the Lord taught me during these 32 years. Поэтому позвольте мне делиться с вами, чему учил меня Господь в эти 32 года. I've got 60 minutes time before me. У меня осталось 60 минут. But I'm going to share very important lessons which God taught me. Но я хотел бы поделиться очень важными уроками, которым научил меня Господь. We have two more topics to cover. Нам еще два нужно, две темы family life, рассмотреть. Первое – это семейная жизнь life. И жизнь служения. We've already dealt with prayer life. Мы уже говорили о молитвенной жизни. Word life. Мы говорили о жизни в слове. Pure life. И о чистой жизни. That's about our personal life. И это все относится к нашей личной жизни. Now we have two more lessons. Есть еще два урока. Family, семейное, and ministry. И в служении. Between these two, между этими двумя, which is most important?
Какая наиболее важная область жизни? Family is one, ministry is two. What do you suggest? What is the most important? Если один представляет семью, служение два, то какая наиболее важная область из них? One, two. Один, one, два, one, два, one, один, one, один, two, один, два, one, один, one, two, один, два, one, один, one, один, one, один, two, два. Right. Thank you, friends. Спасибо, друзья. Again, we have got a difference of opinion between these two. Итак, нам нужно разобраться, какая наиболее важная среди этих двух областей, и у нас различные мнения. Some say that family is important. Кто-то утверждает, что семья это важно. Some say that the ministry is important. Кто-то утверждает, что служение важнее. But what does the Bible says? Но что говорит Библия? Dear friends, before the ministry started, the family institution began. Друзья, до того, как служение началось, институт семьи уже имел место. God created Adam and Eve and called them family. Бог сотворил Адама и Еву и назвал их семьей. Christ came to rebuild the family. Христос пришел для того, чтобы воссоздать семью. Christ came to this earth to save sinners. Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти грешников. The church is called to be the bride, and Jesus is called to be the bridegroom. И церковь призвана быть невестой, а Иисус женихом. So ultimately, family is most important thing in our personal life. И таким образом, семья из этих двух наиболее важная. In Timothy, in Titus, in these two books, Paul writes about the elders and the preachers of the church. В послании к Тимофею и в послании к Титу, в этих двух книгах Павел пишет о том, что должно происходить со служителями церкви. Elders of the church and the preachers of the world have to take care of their family. Пресвитеры церкви и проповедники слова должны заботиться о своих семьях. Many times, many preachers, they think the ministry is important than the family. Много раз многие проповедники утверждают, что служение важнее семьи. Thinking that ministry is important, they neglect family, thinking that they are doing favor to God. Думая, что служение это важно, они считают, что семья это уже для Бога. No, dear friends, we can never do justice neglecting the family and trying to win the world. Но, друзья мои, мы никогда не сможем, презирая и не заботясь о семье, проповедовать этому миру. Family began before ministry came into existence. Семья началась прежде, чем служение. So family is very important. Итак, семья – это очень важно. In the family, и в семье three lessons we got to learn. Нам нужно научиться трем урокам. Preachers, проповедники, pastors, пасторы and the leaders. И лидеры. The most important thing in the family is this. Самое важное в семье – вот что. Love your wife. Люби свою жену. Love your wife. Любите своих жен. Many times pastors and preachers, they love the church, they love the congregation, they love the word, they love preaching, but they don't love wife. Так часто пасторы и проповедники, они любят слово, они любят свое служение, они любят собрание, они любят проповедовать, но они не любят своих жен. They are so kind to the people. Есть такого рода люди. They are so kind to the dogs at home. Которые очень добры к другим людям и даже к собакам у себя дома. They are so kind towards their garden. Они так добры ко всем вокруг. But they don't love the wife. Но только не к жене. A pastor, preacher who doesn't love his wife cannot do great and mighty things in the work of the Lord. Пастор, проповедник, который не любит свою жену, не может делать великое в очах Божьих. Why? Почему? The Bible says, husbands, you love your wives. Почему? Потому что Библия говорит, мужья, любите своих жен. How many of you are married?
Между прочим, кто из вас здесь женат, замужем? I'm talking about first marriage. Я говорю здесь о первом браке. Right, thank you. Of course, there are many people with second marriage and third marriage and fourth marriage. Ну, конечно, многие люди вступают во второй брак и в третий и в четвертый. So husbands, love your wife. Итак, мужья, любите своих жен. One fine day, my son came to me. Однажды пришел ко мне мой сын. He asked me one thing. И он спросил. Daddy, I have a question for you. Папа, у меня есть вопрос к тебе. I said what? Я говорю, что? Do you know what he asked me? Говорит, знаете, что вы знаете, что он спросил? Why you love mommy so much? Почему ты так сильно любишь маму? Have ever in your family your son came to you and asked you, Daddy, why you love mommy so much? В вашей семье приходил когда-либо ваш сын с таким вопросом? Папа, почему ты так сильно любишь маму? There are sons who come and say, Daddy, why do you shout at mommy? Есть сыновья, которые приходят и говорят, папа, ты почему кричишь на маму? Why do you scold mommy? Почему ты издеваешься над мамой? Why do you fight with mommy? Почему ты бьешь маму? That is what many children do. Question father. Но немногие дети задают вопросы. But have you seen your son coming to you and asking why you love mommy so much? Вы когда-либо видели своего сына, который к вам подходил бы и спрашивал, почему ты так сильно любишь свою жену, мою маму? When my son asked me this question, it was a compliment to me. Когда мой сын задал мне этот вопрос, это был комплимент. Yes, many times we don't love our own people. Да, очень часто мы не любим своих ближних людей. Many times we don't pay attention to the life partner. Очень часто мы не обращаем внимания партнеру в своей жизни. Pastors and preachers, you have to understand one thing. Пасторы, проповедники, вам нужно понимать одну вещь. One great man said, keep one eye on your church, one eye on your wife. Какой-то великий человек сказал, у тебя два глаза, пусть один смотрит на церковь, а второй на жену твою. Whatever entire church can do against you, your wife is enough to do it. То, что вся церковь не сможет сделать против тебя, жена сможет это сделать. The same thing, whatever church can support you and strengthen you, your wife alone can do that. И то же самое относится к тому, то, что церковь не сможет, как церковь не сможет тебя поддержать, так жена сможет тебя поддержать. You need to love your wife. Тебе нужно любить свою жену. So how do you show your love for your wife? Так how do you show your love? Как вы проявляете свою любовь к жене? First of all, первое, recognizing her services, признавая это, recognizing her hard labor at home, признавая ее тяжелый труд дома, and trying to appreciate her for whatever she does for you, и пытаясь благодарить ее за все, что она делает для тебя. Many times, husbands, you don't appreciate your wife. Очень часто, мужья, вы просто не благодарите своих жен. There was a family, had a problem. В одной семье была проблема. There was no unity, there was no peace in the, at home. Там в этом доме не было единства и мира. And the husband went to job. И пошел муж. Shared his problem with his colleague. И поделился этой проблемой со своими коллегами. I've always have problem at home. Говорит, у меня дома всегда проблемы. And the colleague friend said, и его друг, коллега сказал, do you appreciate your wife? А ты благодаришь свою жену? He said, I never do that. Ценишь ли ты ее? That's нет. The problem. В этом проблема. Now you go back home. Иди домой. The first thing what you should do, try to appreciate your wife. И первое, что ты сделаешь, попробуй проявить то, что показать то, что она ценна для тебя. So he went home. И он пошел домой. Everything was ready on the dining table. Там все было уже приготовлено для обеда. And he served himself. И он положил себе еду. Started enjoying the food. И стал есть и радоваться. For the first time in his life, he said,
Впервые в своей жизни он сказал: the food is so delicious. Какая вкусная еда! And the wife was washing the plates and dishes. И жена, она мыла посуду в это время. She threw a plate at his face. Она должна была бросить в него этой посудой. He said, why are you throwing all those things? Он говорит, ну почему ты это делаешь? He expected that wife will come and give a hug to him. Он ожидал, что жена подойдет и обнимет его за это. But she threw the plate at his face. Но эта тарелку запустила прямо в голову ему. And he asked, why are you angry with me? И он спрашивает, ты чего такая злая на меня? Do you know what wife said? Вы знаете, что сказала жена? You ungrateful husband. Она говорит, ты неблагодарный муж. Married to me for 25 years. 25 лет. You never ever appreciated my food. Мы с тобой прожили, и ты никогда не благодарил меня за еду. Today I was not feeling well. Сегодня я плохо себя чувствовала. I asked my servant maid to prepare the food. Я попросила свою служанку приготовить обед. And you like that food. И тебе понравилась еда. Be careful, husbands. Мужья, будьте осторожны. You need to appreciate having wisdom. Вам нужно благодарить за ее дела. Otherwise, things will become upside down. Иногда все вверх тормашками получается. You got to show love to your wife by appreciating her. Нам нужно проявлять любовь свою к жене, благодаря ее. Husbands needs to love wife. Мужья должны любить жен. Wife submit to your husband. А жены быть послушными мужьям. When you want to see Christ-centered family, this formula is must. Если вы хотите видеть семью, чтобы она была укоренена во Христе, эта формула должна быть в ней. There were two deers in the forest. В лесу были два оленя. They were thirsty. И они хотели пить. They need water. Им нужна была вода. Они много бегали по лесу. Finally, they found a small pond. И наконец они увидели небольшой источник. But not much water. Но там не было много воды. They were both deers were so thirsty they want to jump into the water and drink. Оба оленя были настолько истощены, они хотели просто прыгнуть в эту воду и пить. One is male, the other one is female. Male and female. Один олень был мальчик, другая девочка. Let us say husband and wife. Ну представь себе муж и жена. They came to the pond. Они пришли к этому пруду. But no much water. Но воды совсем немного. Not sufficient for both of them. Недостаточно для обоих. The male deer says, "You drink first." И мальчик олень говорит, ты первая пей. The female says, "No, no, you drink first." А девочка говорит, нет, нет, ты первым пей. Both are not drinking. Никто из них не пьет. But they are thirsty inside. Но они жаждут внутри. But they're not drinking. Но не пьют. The finally male said, наконец мальчик говорит, we'll drink together. Мы вместе будем пить. And they started drinking. И они стали пить. The water was less. Воды стало меньше. Male deer was drinking, female deer was drinking. И мальчик олень пил, и девочка олениха пила. But the water was not decreasing. Но воды не добавлялось. The water was not decreasing. И она не кончалась. Male was drinking, female was drinking. Мальчик пил, и девочка пила. But the water level is same. Но уровень воды был тот же. Tell me why. Скажите, почему? The male which loves the wife acting as if it is drinking. Потому что этот олень, который любил свою жену, делал вид, как будто он пьет. Wants its wife to drink the water. Он хотел, чтобы его жена пила эту воду. But the female deer wants husband to drink the water. It is not drinking, but acting.
А Лениха так хотела, чтобы муж ее пил воду, что она тоже делала вид, только будто пьет. This is called love. Вот это называется любовь. When I'm telling this, когда я говорю об этом, there are many wives in this meeting thinking it would have been nice if I am married to that deer. Многие жены думают, как было бы здорово, если бы я замужем была за оленем. Because I've got a husband, he never cares for me. Потому что у меня муж такой, но никогда не жаждет. He never cares whether I had food or not. И никогда не беспокоится обо мне, есть пища у меня или нет. He never cares whether I'm healthy or not. Она никогда не беспокоится, я хочу пить или нет. Our God is love. Наш Бог есть любовь. Husbands, мужья, practice love. Это любовь. Wives, жены, practice love at home. Любите дома. Love will build the family. Любовь созидает семью. The first thing is be a loving husband. Первое – это будьте любящим мужем. The second thing, второе, be a caring father. Be a caring father. Будьте заботливым отцом. Many times pastors and preachers and leaders, they go out to win the world for Christ at the cost of losing their own children. Так часто пасторы и проповедники, они отправляются, приобретая мир для Христа, и при этом теряют своих собственных детей. You have time for church? У тебя есть время для церкви? You have time for office? У тебя есть время для офиса? You have time for business? У тебя есть время для бизнеса? But no time for children. Но нет времени для детей. How many days, dear father and mother, has passed without you spending time with your children? Сколько времени прошло, сколько дней прошло без заботы вашей о детях с вашими? I'm a pastor to over 100,000 members. Я являюсь пастором для более чем 130 тысяч членов. But I'm a father to two wonderful sons. Но я отец двух замечательных сыновей. My church needs me as a pastor. Моей церкви я нужен как пастор. But my children, they don't need pastor. But they need a loving father, caring father. Но моим детям я не нужен как пастор. Я им нужен как папа, заботливый папа. And this evening I want to ask you. И в этот вечер я хотел бы спросить вас. Are you a father to your children or pastors to your children? Вы для своих детей отец или пастор? Dear friends, друзья, we need to care for our children. Нам необходимо заботиться о детях своих. We need to care for them. Нам необходимо заботиться We need о них. To spend time with our children. Нам необходимо время проводить с нашими детьми. One fine day, однажды son went to mother. Сын пришел к матери. Mommy, мама, it has been long time that I spent time with daddy. Так много времени прошло с тех пор, когда я проводил время с папой. By the time I get up, daddy goes to church. Как только я поднимаюсь, отец уже в церкви. And after I sleep, daddy comes from the church. И отец приходит из церкви после того, когда я уже ложусь спать. When will daddy spend time with us? Когда наш папа будет с нами время проводить? Why is he not spending time with me as a father? Но он не проводит время и со мной, как с матерью. Even the wife was having the same problem. И у жены была та же самая проблема. On a fine day, pastor came home. Однажды пастор вернулся домой. And son asked him. И сын спросил. Daddy, папа, why don't you spend some time with me? Почему бы тебе не провести время немножко со мной? The father says. Отец говорит. You don't understand my responsibilities. Ты не понимаешь моих обязанностей. You don't understand how many problems I have at church. Ты не представляешь, сколько проблем у меня в церкви. If I don't go to church and serve like a slave, I don't get money to survive. Если я не пойду каждое воскресенье в церковь как раб, то у меня денег не будет, чтобы
Daddy, how much money you make in 1 hour? Папа, а сколько ты денег зарабатываешь за один час? Daddy said, what do you want? Папа говорит, чего тебе надо? I just wanted to know how much money you get per 1 hour. Ну, хотелось бы знать просто, сколько ты денег за один час зарабатываешь. The daddy said, pastor said, 100 rubles I get per 1 hour. Папа говорит, пастор говорит, ну, за час я зарабатываю 100 рублей. There was a long pause, silence. И тут наступила тишина, длинная пауза. A small boy came to father. Мальчик маленький такой подходит к папе. Daddy, can you give me 50 rubles? И говорит, ты не мог бы дать мне 50 рублей? Where do you want money? Зачем тебе деньги? You always want money. Your mother also always wants money. You people want money. Тебе все время нужны деньги, и матери твоей все время нужны деньги. Вам только деньги подавай. The son said, no, daddy, never asked you 50 rubles, but can you give me 50 rubles? Нет, сын говорит, я никогда не просил тебя, но мог бы ты мне дать 50 рублей? He gave 50 rubles. Тот дает ему 50 рублей. Son went into his room. Сын пошел к себе в комнату. He was saving every ruble for a long time. Где он собирал по рублю долгое время. We call it as a kiddie bank. Вы знаете, наверное, копилки бывают. Where kids will save money. Где деньги хранят детишки. He broke the box. И он разбил эту копилку. Started counting the money. И стал считать денежку. Daddy came. Приходит папа. You stupid son. Ты глупый сын. You have enough money. У тебя мало денег. Yet you want money from me. Чего ты еще от меня требуешь деньги? Son was not listening. Сын ничего не слышал. He was counting the small coins and rubles. Он был занят, он считал эти монеты и рубли. Finally he collected 100 rubles. Наконец он насчитал 100 рублей. He came to father. Приходит к отцу. I will give you 100 rubles. Говорит, папа, я тебе 100 рублей принес. Can you spend me 1 hour time with me? Ты не мог бы со мной провести один час своего времени? Shame on pastors and preachers and leaders who forsake their children. Стыдно пасторам и лидерам и проповедникам, кто забывает своих детей. Let us spend time with our children. Давайте проводить время с нашими детьми. Many times we neglect our children and take care of the church. At the end of the day, you will be able to secure your church, but lose the character of your children. Так часто мы пренебрегаем заботой о детях, и мы целыми днями заботимся о церкви, и в конце дня мы потеряем своих детей. Be a caring father. Будь отцом заботливым. Your children should tell you, my father is the best father. Твои дети должны говорить тебе. Dear friends, у меня самый лучший папа. As I told you earlier, я говорил вам прежде, I'm hurting a church over 100,000 people. Что я служу в церкви более 100 тысяч человек. I preach over 300 programs in month. Я проповедую на 300 телевизионных передачах в месяц. I travel almost 10 to 15 days every month preaching in big gospel meetings. Приблизительно 10-15 дней каждый месяц заняты у меня проповедью на больших христианских собраниях. Which attracts over 200,000 people to 300,000 people in my crusades. Где собирается от 200 тысяч до 300 тысяч человек. I publish a magazine which prints 100,000 copies every edition. Я издаю журнал, который выходит тиражом в 100 тысяч экземпляров. A pastor to the largest church. Я пастор самой большой церкви. Editor to the largest circulated magazine. И издаю самый большой тираж журнала христианского. An evangelist attracting hundreds of thousands of people. И евангелист, который привлекает к себе сотни тысяч людей. Preaching over 300 programs every month. Проповедующий более 300 телепрограмм каждый месяц. Beside taking care of a Bible college. Кроме того, что забочусь еще о библейском колледже. You should tell me how busy I must be. Вы должны мне сказать, как занят я должен быть. But I never forsaken my children and family.
Но я никогда не забываю о моих детях и о семье. Whenever my children comes to me and says, "Daddy, we need your time." Когда бы не пришел ко мне ребенок и не сказал, папа, мне нужно твое время. Whenever my wife and children come to me and say, "We need your time." Когда бы не пришла ко мне жена и сказала, нам с детьми необходимо время. In all these years. Во все эти годы. I never said no. Я ни разу не сказал нет. Give me 30 minutes time. Give me 30 minutes time. Дайте мне 30 минут. I'll finish my job. Я закончу свою работу. I am yours. Я ваш. In my house. В моем доме. I am not pastor. Я не пастор. To my wife. Моей жене. I'm a husband. Я муж. To my children. Моим детям. I am father. Я папа. We got to understand this. Нам необходимо это понимать. The third thing. Третье. Be an example and be a model at home. Будьте примером, станьте моделью для подражания в своем доме. We preach powerful sermons from here. Мы проповедуем в каждом служении отсюда. But how about the practice at home? Но как насчет практики дома? Do we really practice what we preach here? Действительно ли мы практикуем то, что здесь проповедуем? Does your wife see the real man of God? Видит ли твоя жена настоящего мужа Божия? On fine day, pastor was preaching with power. Однажды пастор проповедовал с силой. And all of sudden he reduced the voice. И вдруг неожиданно он потерял голос. All of sudden he reduced the speed. Вдруг неожиданно он стал безмолвен. Do you know why? Знаете почему? His wife walked in. His wife walked in. Его жена вошла в помещение. And that's it. И все. He reduced his voice. Он снизил громкость голоса. He reduced the speed. Он снизил скорость. Because his wife knows what he's inside. Потому что его жена знает, что у него внутри. Whenever I preach, когда бы я ни проповедовал, the first person to sit in my big congregation is my wife. Первые люди, кто сидят у меня в собрании, это моя жена. All these years, во все эти годы I never changed my message or the method because my wife is in front of me. Я ни разу не изменил свою весть или даже букву из-за того, что жена была передо мной. Being an example at home is most important thing for you, brother. Быть примером дома – это самое важное для служения. Can your wife and children say he's the same person on the stage and off the stage? Может ли твоя жена и дети твои сказать, это одно и то же лицо на сцене и вне сцены? A testimony at home is more powerful than testimony outside the house. Если этот человек дома не имеет силы, откуда она будет вне дома? I'm asking this evening, how is your testimony? Я задаю сегодня вопрос вам. Как насчет? Are you a loving husband? Вашего дома, вы любящий father, там отец и муж? A caring father? Заботливый отец? And being an example to your children and wife? Являете ли вы пример своей жизнью для детей своих и для жены? Before I go to next topic, прежде чем перейти к следующему пункту, father and son went to a mango garden. Однажды отец со своим сыном пошли в сад, где росли манго. The father said, и отец говорит, I'm going to steal some mangoes. Я сейчас наберу манго. Just watch around. Ты смотри вокруг. If anybody watches us, let me know. Если кто-то нас заметит, сразу мне скажи. He started plucking the mangoes. И он стал срывать манго, воруя их. Son, сын, does anyone watches us? Нас кто-нибудь видит? The son says, nobody, daddy. Сын говорит, никто не видит, папа. And he would collect many more mangoes. И он продолжает собирать эти плоды. Son. Сын, is anyone watching us? Кто-то смотрит на нас? Is anyone watching me? Кто-нибудь видит меня? Son says, nobody, daddy. Сын говорит, никто, папа. And he started collecting many more mangoes on the tree. И он еще больше собирает манго. S-
Son, сын, is anyone watching me? Кто-либо видит меня? The son said, сын сказал, nobody. Никто. But I am watching you. Но я вижу тебя. I am watching you. Я вижу тебя. Dear pastors and leaders, пасторы и лидеры, does anyone watching you? Кто-либо видит вас? When you are angry, когда вы в гневе, when you misbehave at home, когда вы ведете себя плохо дома, when you watch bad movies on television, когда вы смотрите плохие передачи, кино по телевизору, when you lose your temper against your wife and children, теряете контроль над собой в отношениях с женой или с детьми, does anyone watching you? Кто-либо видит вас? Nobody is watching you. Никто на вас не смотрит. But your children are watching you. Но ваши дети видят вас. Let us be careful. Давайте будем внимательны. Let us be careful. Давайте мы будем осторожны. If you cannot be an example at home, если вы не можете быть примером дома, you have no right to be a model outside. Вы не имеете права быть моделью вне дома. Be a loving husband. Будьте любящими мужьями. Be a caring father. Будьте заботливыми отцами. Be an example. Будьте примером. The third lesson that we are going to, I'm going to share with you. Третий пример, которым я хотел бы поделиться с вами. Ministry. Служение. Personal life. Личная жизнь. This is the first thing. Это первая тема. The second thing. Вторая тема. Family life. Семейная жизнь. The third thing. Третья тема. Ministerial life. Жизнь служения. In the ministry, в служении, if you are a pastor, если ты пастор, or a preacher, или проповедник, or a leader, или лидер, three things. Есть три вещи. I want to share these three things and close this evening. Я хотел бы поделиться этими тремя вещами и закончить на этом. How many of you are blessed with these two topics? Сколько из вас были благословлены, услышав прежние две темы? Can I see your hands? Можно увидеть руки ваши? Are you blessed with these two topics? Вы были благословлены этими двумя темами? And here is the third topic. Отлично, теперь к третьей теме. Ministry of life. Жизнь служения. The first lesson. First lesson. Первое. Love your sheep. Любите ваших овец. Love your sheep. Любите ваших овец. The second one. Вторая. Feed your sheep. Кормите ваших овец. The third one. И третья. Protect your sheep. Защищайте ваших овец. Three lessons. Три урока. Love your sheep. Любите своих овец. Feed your sheep. Пасите ваших овец. Protect your sheep. И защищайте ваших овец. Dear friends. Друзья, in 95, as I was praying to preach to 15 people, когда я молился, чтобы проповедовать 15 людям, God spoke to me. Бог проговорил ко мне. I am going to give you a mega church. Я собираюсь дать тебе мега церковь. If God promises, если Бог обещает, He keeps His word. Он делает, дает слово. Does God promise to you anytime? Бог обещает часто? Yes. Да? Yes. If God promises, He will fulfill that promise. Если Бог обещает, Он исполняет свое обещание. He told me that He's going to give the mega church, and He gave the mega church. Он сказал мне, что Он даст мне мега церковь, и Он дал мне ее. But He gave me with one condition. Но Он дал мне при одном условии. Do you know what was the condition? Вы знаете, какое было условие? I am going to bring sheep to you. Я собираюсь овец приносить тебе. But my son, но сын мой, I bring the sheep. Я приношу овец. But I love that sheep. И я люблю этих овец. I gave my life for that sheep. Я за эту овцу жизнь свою положил. And therefore I am bringing that sheep to you. И именно поэтому я приношу эту овцу к тебе. Do you understand this? Вы понимаете это? I love my sheep. Я люблю мою овцу. I love them so much. Я люблю овец так сильно. I gave my life for my sheep. Я жизнь свою положил за овец своих. And such sheep, I'll bring it to you. И таких овец я приношу к тебе.
I will give it to you. Я дам их тебе. Will you love them as I love them? Будешь ли ты любить их так, как я люблю их? That is what God is expecting from every pastor. Вот чего Бог ожидает от каждого пастора. We need to love our sheep. Нам нужно любить своих овец. We need to care for our sheep. Нам нужно заботиться об овцах. But this evening, сегодня вечером, I have a question for you. У меня есть вопрос к вам. Do you really love your sheep? Любите ли вы ваших овец по-настоящему? In 10 years of my church ministry, being a pastor, за 20 лет моего церковного служения пасторского, I would never go anywhere in the world on Sundays. Я никуда не отправлялся никуда в мире по воскресеньям. Nowhere in the world. Никуда в мире. The same GLS Global Leadership Summit is taking place, is going to take place in Siberia. Этот же GLS Global Leaders Summit будет проходить в Сибири. They want me to come and preach. Они хотели бы, чтобы я приехал туда. But on Sunday. И проповедовал. I said never. Но в воскресенье я сказал ни за что. 10 лет. I hardly missed one or two Sundays. Я вряд ли пропустил за 20 лет одно или два воскресенья. Because I love my sheep. Потому что я люблю моих овец. I would not dare to leave my sheep. Я не дерзну оставить своих овец. If you love your sheep, если вы любите своих овец, don't leave your sheep. Не оставляйте своих овец. The second thing, второе, how do we show our love for sheep? А как мы проявляем свою любовь к овцам? Jesus asked Peter, Иисус спросил у Петра, Peter, do you love me? Петр, ты любишь меня? Peter said, yes, Lord, you know that I love you. Петр говорит, да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя. And Jesus said, Иисус сказал, if you love me, если ты любишь меня, feed my sheep. Паси овец моих. He never said, buy a BMW. He never said, buy a BMW car. Он никогда не говорил, купи им новую машину BMW. If you love me, если любишь меня, build a big mansion. Mansion. Сделай большое место. If you love me, если любишь меня, live in expensive house. Живи в дорогущем доме. No. Нет. He said only one thing. Он сказал только одно. If you love me, если ты любишь меня, feed my sheep. Корми овец моих. Because I love them. Потому что я люблю их. I died for them. Я умер за них. If you love God, если ты любишь Бога, how can you show your love for God? Как проявлять эту любовь к Богу? By feeding your sheep. Пася своих овец. That is what I do in India. Это то, что я делаю в Индии. Why the church is so vibrant? Церковь? Why the church is so vibrant in India? Почему она такая жизнерадостная? Why the church is growing so fast? Почему эта церковь так быстро возрастает? Because I love my sheep. Потому что я люблю своих овец. And you can give without loving. Вы можете давать что-то без любви. But you can never love without giving. Но вы никогда не сможете любить, не давая. If you love, если ты любишь, you will give. Ты будешь давать. What is that pastors give? А что дает пастор? What is that we give? Что дает пастор? Always we take from people. Always we take from people. Мы обычно берем у людей. But what is that we give to people? Но что же мы по большому счету даем людям? The first thing. Первое. You love your sheep. Вы любите своих овец. If you love your sheep, если любите ваших овец, you will feed the right word. Вы будете кормить их. This is the food. Вот это вот пища. This is the food for the sheep. Пища для овец. If you love God, если вы любите Бога, feed the right word. Кормите их словом. Your friends, друзья, in Russia, в России, I do believe that women cook at home. Я считаю и верю, что женщины готовят пищу дома. Who prepares food at home? Кто дома готовит пищу? Women or men? Женщины или мужчины? If women can see your hands, если женщины, поднимите руки. Can see your hands? Можно увидеть ваши руки, если это женщины готовят. That was the custom of Bible. Это был вопрос библейский. But don't follow Western culture.
Don't follow Western culture. Но не следуйте за западной культурой. In Western culture, в западной культуре, no longer women prepares food at home. Женщины уже больше никогда не готовят еду дома. We are not called to follow Western culture. Нам не нужно следовать за культурой. We are called to follow Bible culture. Мы призваны следовать за библейской культурой. Bible is our base. Библия. Bible is our foundation. Библия – это основание. Jesus is our model. Иисус – это модель для подражания. No preacher. Не проповедник. No culture. No culture. И не культура. We need to follow. Нам нужно не им следовать. Follow Bible. Следуйте Библии. Follow Bible culture. Следуйте культуре, follow которая Jesus. В Библии. Следуйте Иисусу. Unfortunately, many people don't follow Bible. К сожалению, многие люди не следуют Библии. I'm so glad to see many sisters raise your hands, saying that I prepare food at home. Я так рад видеть, что многие сестры поднимают руки свои, говоря, я готовлю дома. Now, husbands, I have a question. Но мужья, у меня есть к вам вопрос. How much time your wife spends in kitchen in order to provide breakfast and lunch for you? Сколько времени ваша жена проводит на кухне для того, чтобы приготовить завтрак или обед для вас? Sisters, how much time you spend in the kitchen to take care of, to provide food for your husband and children? Сестры, сколько времени вы проводите в кухне для того, чтобы обеспечить своего мужа и детей едой? 1 hour. 1 час. 2 hours. 2 часа. 3 hours. 3 часа. How much time? I want to see with your fingers. Я хотел бы увидеть ваши цифры. Yes, 2 hours. Да, 3 hours. 2, 3. 3 hours. 3 часа. 2 hours. 2 часа. 2 hours. 2 часа. 2 hours. 2 часа. 5 hours. 5 часов. Wonderful. Замечательно. A wife came to husband. Пришла к мужу жена. And she said. И сказала. My darling. Она говорит, любимый, this is our 10th wedding anniversary. Это наша годовщина сегодня. Let us go to a place where we never had been. Давай отправимся туда, где мы никогда не были. The husband asked, и муж спрашивает, do you really want to go to a place where you have never been? Ты что, правда хочешь пойти туда, где мы никогда не были? The wife says, жена говорит, yes. Да. The husband said, муж говорит, let us go to kitchen. Ну, пойдем тогда на кухню. It has been 10 years. 10 лет годовщина. This wife never went to kitchen. Он с женой никогда не был на кухне. Culture. Культура. Spoiled culture. Испорченная культура. Now come back to the point. Let us come back to the point. Давайте вернемся к сути. Many sisters spend 3 hours. In the kitchen, многие сестры проводят 3 часа в кухне to feed husband 2 or 3 children. Для того, чтобы накормить мужа и 2-3 детей. 3 hours in kitchen. 3 часа на кухне. To feed 3 or 4 people. Чтобы накормить 3 или 4. Every day. Каждый день. Yes. Да? If this is true. Если это так. How much time every pastor should spend time with Bible to feed 100 sheep? То сколько времени каждый пастор должен проводить с Библией для того, чтобы накормить 100 овец? Your wife spends 3 hours to feed you and your children. Ваша жена проводит 3 часа для того, чтобы тебя и детей накормить. But to feed 50 sheep and 70 sheep and 100 sheep. Но чтобы накормить 50 овец или 70 овец или 100 овец. How much time you spend with Bible? Сколько времени вы проводите в Библии? This is the food for your sheep. Это пища для ваших овец. Every book in the Bible is the stuff to prepare food. For your sheep. Каждая книга в Библии – это отдельный ингредиент для того, чтобы готовить пищу вашим овцам. Dear friends, друзья, as a pastor, как пастор, I have no other business, у меня нет другого бизнеса, than to feed my sheep. Кроме
того, чтобы кормить овец. I love my sheep. Я люблю своих овец. I feed my sheep. И я кормлю своих овец. Every day, каждый день, if my time permits, если есть время, I spend at least 8 hours to 10 hours with Bible. Я провожу от 8 до 10 часов с Библией. In my office, у меня в офисе, whenever my staff comes, whenever my staff comes, когда собираются сотрудники мои, they will never find me on phone, они никогда не видят, чтобы я говорил по телефону, watching television, они никогда не найдут меня у телевизора, they will always find me with open Bible, me meditating the word. Они всегда находят меня с открытой Библией, меня размышляющего над словом. Do you love your sheep? Любите ли вы ваших овец? Then spend time with the Bible. Тогда с Библией проводите ваше Meditate время. The word. Meditate the word. Размышляйте над словом. I have finished reading the Bible in 26 days. Я за 26 дней заканчиваю чтение Библии. There are many people in my church who reads entire Bible every month. И очень много в моей церкви людей, которые всю Библию прочитывают каждый месяц. Monthly once they finish Bible. Каждый месяц они заканчивают Библию. There are many people who read Bible in 15 days and 10 days and 5 days. Есть много людей, которые прочитывают свою Библию за 3 дня или за 10 или за 5 дней. When church reads Bible, когда церковь читает Библию, and that church leads people. Тогда церковь ведет людей. You got to love your sheep. Вы должны любить ваших овец. If you love your sheep, если вы любите ваших овец, feed your sheep, кормите ваших овец. When you love and feed your sheep, если вы любите и кормите овец, you are protecting the sheep. То вы и защищаете овец. They will not leave your church. Чтобы они не оставили церковь. They are protected. Потому что они под защитой. And how do I love my sheep? И как я люблю своих овец? Three or four examples I give you. 3 или 4 примера. First thing, the first thing. Первое. I went to Singapore. Я отправился в Сингапур. I went to a church. Я был в церкви. They've got 1,000 people. Где было 1,000 человек. I asked assistant pastor. Я спросил помощника пастора. Among 1,000 people. Среди 1,000 людей. If one doesn't show on Sunday. Если один не появляется в воскресенье. Can you recognize? Can you find Вы можете об этом узнать? Do you know what he said? Вы знаете, что он мне ответил? No one can find in this world the absenteeism. No one can find the absentee on Sundays. Никто не может найти кого бы то ни было, кто отсутствует по воскресеньям. But then I said, что я сказал? In my 100,000 church members, среди моих 100,000 членов церкви, if one doesn't come, если один не приходит, I know it. Я об этом знаю. He said, они сказали, it is impossible. Это невозможно. Do you want to protect your church? Вы хотите защищать вашу церковь? Let me tell you this. Тогда делайте следующее. 99 sheep came home. 99 овец пришли домой. One sheep doesn't come. Одна овца не пришла. The shepherd's heart was on that one sheep. Сердце пастора было с этой одной овцой. Many times, много раз we preach to the people who come to church. Мы проповедуем людям, придите в церковь. We don't care for the people who doesn't come on Sunday. Мы не заботимся, если кто-то не пришел в воскресенье. That's a reason why churches are not growing. И это причина, почему не растут церкви. I asked God, я спросил у Бога, if one person doesn't come on Sunday, если один человек не придет в воскресенье, how will I know? Как я узнаю? Now my church is almost 20,000 people. Ну, у меня в церкви почти 20,000. How can I recognize the one who doesn't come to church with any problem? 120,000 человек. Как я буду знать о том, что у кого-то из них проблема? As I was praying, когда я молился, God gave me wisdom. Бог дал мне мудрость. You know, you have access card system. Вы знаете, у вас есть такая система доступа по карточкам. You know, access card? Вы знаете, да, вот карточки для доступа. They show to the gate, it'll open. Вы подносите к двери, она открывается. It also records your time of coming and attendance. Кроме того, она показывает время вашего прибытия и убытия. And God gave me this wisdom. И Бог дал мне эту мудрость. In 2007, в
В 2007 году I have implemented swiping card system in my church. Я в церкви внедрил эту систему карточек. Every member will have just like your tags, every member will have access card when they come to church. Каждый член церкви, когда он приходит в церковь, он имеет с собой вот такую карточку, подобно тем, что у вас есть. As they walk in, они входят, they swipe and go inside. И они эту карточку проводят и запускаются внутрь. Those who doesn't come on Sunday, те, кто не пришел в воскресенье, they will not swipe. Их карточка не прокатилась. In the system, в системе, I know who has come and who has absent. Я знаю, кто приходил, а кто отсутствовал. Immediately from our church, we start calling people. И незамедлительно из нашей церкви мы начинаем звонить людям. Why you didn't come last Sunday? Почему вы не пришли в воскресенье? Any problem? Воскресный день, проблемы? Any sickness? Заболели? Why you didn't come? Почему вы не пришли? Then they will tell us. Тогда они нам говорят. My son fell from the table. Сын у меня упал со стола. My mother admitted in the hospital. Или маму забрали в больницу. There was a problem in my house. Была проблема дома у меня. But thank you for asking us how we are. Но спасибо, что вы позвонили и спросили. And our church staff will pray for them. И сотрудники нашей церкви молятся о них. Counsel them. Наставляют их. We'll tell them God will take care of your needs. Please come next Sunday. И говорят им, Бог позаботится о ваших нуждах. Пожалуйста, приходите в воскресенье. Do you know what they say? Вы знаете, что они говорят в ответ? Thank you so much for remembering us. Спасибо вам большое, что вы не забыли о нас. We are supposed to call you and tell our problem. Мы должны были позвонить вам, сказать, что у нас проблема. But pastor loves us so much. He asked you to call and find out what's happening with me. Но пастор нас так сильно любит, он попросил нас позвонить и спросить, что происходит. Tell Pastor Satish Kumar we love him. Скажите пастору Сатиш, что мы любим его. Because he loves us. Потому что он любит Next нас. Next Sunday he's there with family. В следующее воскресенье он там. If you love your sheep, если ты любишь take care of them. Овец своих, заботьтесь. The second thing, следующее, In our India, вы знаете, в Индии, whenever anniversaries and birthdays takes place in the family, когда годовщины или дни рождения празднуются в семье, they will celebrate with cake cutting. Ну, вы знаете, традиционно разрезают торт. And at the same time, they do expect pastor to come and join in the celebration. И в то же время они ожидают, что пастор придет и присоединится к празднику. How can I go to all these houses to cut the cake? Но как мне пойти во все эти дома, чтобы там резать торт? But they allow me to come and be part of the joy. Но они хотели бы, чтобы я приехал и присоединился к ним. I came to the Lord. Я пришел к Господу. It is true that I need to be part of their joy. И говорю. Воистину, мне необходима часть этой радости. I cannot go to every house. Но я не могу отправляться во все дома. Do you know what God said? Вы знаете, что сказал Он? You can't go to every house. Ты не можешь идти в каждый дом. Cut the cake. Cut the cake. Чтобы там резать торт. But you can always send a cake to the church member. Но ты всегда можешь отправить торт кому-либо из членов церкви. I said, Lord. Я сказал, Господи, cakes for 100,000 people. Торты для 100,000 человек. No way. Как это? It's very expensive. Очень дорого. 100,000 cakes. 100,000 тортов. Impossible. Невозможно. You know what God said? Вы знаете, что Бог сказал? It is impossible for you to show love once in a year. Для тебя невозможно. Проявить любовь один раз в год. If that is true, если это так, it is even impossible for the church members to give you offering every week. То, конечно же, это невозможно, чтобы член церкви каждую неделю приносил тебе пожертвования. Many pastors knows how to empty the purse with a curse. Многие пасторы знают, как помочь опустошить кошельки или сумочки. Every week they give you offering. Каждую неделю они предлагают пожертвования. But can't you give one cake for them in a year? И что, вы не можете
один раз в году отправить им торт? Let your love be in action. Пусть любовь ваша будет действенна. Friends, друзья, in our temple, в нашем храме, from morning 5 to 7, from morning 5 to 7, between 2 hours, до 7 утра, the cakes will go to the doorstep. Торты отправляются к каждому из домов. They knock the door. И в двери стучатся. Mother, мама, today is your birthday. Сегодня день рождения у вас. Brother Satish loves you. Пастор Сатиш любит вас. And wants you to know. И хочет, чтобы вы знали. He sent a cake. Об этом, и это символ, торт. A wonderful cake. Замечательный торт. And chocolates. С шоколадом. A promise. Обещание. A greeting card. И еще и поздравительная открытка. A candle. И, a candle. И еще со свечкой. A knife. И с ножиком. Everything put together. Все в комплекте. How many times mothers and fathers came to me? Как часто, сколько раз приходили ко мне матери и отцы? Do you know what they said? Знаете, что говорили? My son is 45 years old. 45 years old. Моему сыну 35 лет. Mothers and fathers come and tell me. Матери приходят с отцами и говорят мне. My son is 45 years old. Моему сыну там 35 лет. He doesn't even remember my birthday. Он вообще не помнит, когда у меня день рождения. He doesn't even call me. Даже he doesn't не позвонит мне. But you have sent a cake to my house. А вы мне прислали торт прямо домой. He is not my son. Это надо сыну научиться. You are my son. Это вы для меня как сын. God gave you as our son. Бог дал мне вас вместо сына. Every pastor. Каждый пастор has to become a son to the elderly people. Должен быть сыном для любящих людей. In our temple, в нашем храме, we provide free medicine for all the elderly people. Мы предоставляем medicine. Мы предоставляем бесплатные медицинские услуги. Free medicine for all the elderly people. Бесплатные медицинские услуги для всех пожилых людей. All our church members can avail 50% discount on medicine. They can take whatever they want. И все члены нашей церкви могут получить дисконт 50% за все медицинские услуги. Free ambulance service for all the church members. По крайней мере, 3 скорых помощи для всех членов церкви. Free marriages in our church. Бесплатные скорые помощи. They didn't have to pay anything when they want to get their son or daughter get married in our church. Когда необходимо провести бракосочетание, это все бесплатно. All these years, все эти годы, churches have taken money from people. Церкви брали деньги от людей. But what is that the church gave to the church members? Но что на самом деле церкви давали своим членам церкви? Nothing. Ничего. Nothing. Ничего. This is what God spoke to me. Вот о чем Бог говорил. You have to love your church. Ты должен любить свою церковь. Feed your church. Кормить свою церковь. Protect your church. Защищать свою церковь. And it will be multiplied. И она будет умножаться. If you don't love your sheep, если ты не любишь своих овец, show love in action, не проявляешь любовь в действии, it will not grow. It will not grow. То как будет расти любовь? I'm closing with this. I'm closing with this. Я заканчиваю следующим. David Livingstone went to Africa. Ливингстон, он отправился в Африку. For 7 years he labored, but there was no result out of his labor. 70 лет труда и никаких результатов. He prayed. Он молился. Lord, nobody is believing my gospel. Господи, никто не верит моему Евангелию. 7 years I served here. 7 лет. I'll go back to England. Я провел здесь, а сейчас отправляюсь в Англию. God said, назад. If you go back to England, Бог сказал, если ты отправишься в Англию, who will show my love to these people? Кто будет мою любовь проявлять к этим людям? Stay back. Оставайся. It was difficult for David Livingstone to stay back. Так тяжело было остаться Ливингстону. He was praying in the tent.
Он молился в одной палатке. There was a noise outside. И вдруг шум какой-то снаружи. He just watched, removed the curtain, watched outside. Он отодвинул занавеску и стал смотреть. There was a dog going out. There was a dog walking by side. Там собака шла. It has a wound, an injury on the body. И у нее тело было изранено. He caught the dog. Он поймал эту собаку. He brought the dog inside. И привел внутрь. Dog. Собака. Jesus loves you. Иисус любит тебя. That's why he brought you inside. Вот почему я тебя взял внутрь. And there was an injury on the body. И на теле у нее была рана. He started applying ointment. Он стал обрабатывать рану. He started dressing the wound. Он стал обрабатывать эту Applied рану. The ointment. И помазывать маслом. He did everything possible to take care of that wound. Он сделал все возможное для того, чтобы эта рана зажила. The dog looked at him. The dog looked at him. И на него собака посмотрела. With gratitude. With gratitude. С благодарностью. Went outside. И вышла наружу. Livingston said. Livingston сказал. Though I could not show love to people. Я не мог любовь показать людям. At least I could show to the dog. По крайней мере, собаке мог ее проявить. Enough, God, I will go to England. Вот и все, Господи, хватит, я отправляюсь в Англию. He was arguing with God. Он с Богом там спорил. After one hour later, через час, there was a noise outside. Шум возник снаружи. He looked outside. Он посмотрел, что там. The dog came back. Вернулась эта собака. He was shocked. Он был шокирован. He opened the door. He opened the door. Пришла собака. The dog came inside. Он открыл дверь, и она вошла внутрь. But not alone. Но не одна. The dog went and brought seven dogs. Вместе с этой собакой пришли еще семь собак. And every dog has got some injury on the body. И на каждой из собаки на теле была хоть какая-нибудь рана. When the dog walked in, когда собака эта вошла, seven dogs followed the dog. Семь собак последовали за ней. When he saw the dogs, когда он увидел этих собак, every dog has an injury. У каждой собаки изранено тело. He dressed up, he cleaned the wounds, он очистил их, эти раны почистил. He applied ointment, он помазал их мазью. His eyes were open. И у него открылись глаза. If love can bring such a change in animals, the same love can bring great transformation in this nation. Если любовь к животным может такое произвести, то, конечно же, в этой нации, в этой стране любовь может произвести великие перемены. The dog found love. In Livingston, Бог, эта собака обнаружила любовь к себе. Does the sheep find love in you, shepherd? Находят ли овцы любовь в вас к себе? If you love your sheep, пастыри, если вы любите ваших овец, feed your sheep, кормите ваших овец, protect your sheep, защищайте ваших овец. Let your love be in action. Пусть ваша любовь будет действенна. Your church will multiply. И тогда церковь ваша будет умножаться. Three valuable things. Три важные вещи. One is personal life. Первое — это личная жизнь. In personal life. В личной жизни. Prayer life. Молитвенная жизнь. Word life. Жизнь в слове. Pure life. И чистая жизнь. Will you forget this? Вы забудете об этом? The second lesson. Следующий урок. Family life. Семейная жизнь. Be a loving husband. Будьте любящим мужем. Be a caring father. Будьте заботливым отцом. Be an example at home. Будьте примером в своем доме. Will you remember these three things? Вы сможете запомнить эти вещи три? The third one. Третье. Ministerial life. Служение и жизнь в нем. In the ministry. В служении. Love your sheep.
Любите ваших овец. Feed your sheep. Кормите ваших овец. And protect your sheep. Защищайте ваших овец. And if you can show love to one sheep, и если ты сможешь показать любовь одной овце, if one sheep finds a loving shepherd, если одна овца найдет любящего пастыря, that sheep will go and bring seven sheep. Эта овца отправится и приведет еще семь овец. That's a secret of Calvary Temple. Вот как случилось в Calvary Temple. There are many people went out of the out of my temple. Многие люди выходили из нашего храма. They brought 10 people. И приводили 10 человек назад. There are people who brought 25 people. Есть люди, которые приводили 25 There человек. Are people who brought 100 people. Есть люди, которые приводили сотни человек. There are people who brought 500 people to temple. Есть люди, которые приводили 500 человек в храм. Do you know why? Знаете почему? They found love in God's house. Они нашли любовь в Доме Божьем. They found love in God's servant. Они нашли любовь в Божьем общении. If dog could recognize love in God's servant, definitely the sheep will recognize love in the shepherd. Если собака смогла найти любовь в заботе о ней, то, конечно же, и овцы найдут любовь в заботливом пастыре. Will you be a loving pastor? Будете ли вы любящим пастором? Feeding pastor? Кормящим пастором? Protecting pastor? Защищающим пастором? Your church will multiply. Тогда церковь ваша будет умножаться. Let us pray. Давайте помолимся. Let us pray. Давайте помолимся. Your friends. Друзья дорогие. Let's all join together. Давайте все вместе объединимся. Let's all close our eyes. Давайте все вместе закроем свои глаза. Let us all join together in prayer. Давайте все объединимся в молитве. Forget everything. Forget everything of outside. Забудьте, просто забудьте обо всем снаружи. Just concentrate on the message. Просто сконцентрируйтесь на слове. The first thing. Первое. God wants you. God wants you. Бог хочет вас. Wants your time. Бог хочет вашего времени. Will you say this evening, Lord? Скажешь ли ты сегодня вечером, Господи? I'll spend at least 1 hour with you. Я буду проводить по крайней мере один час с тобой. I will not forsake prayer life. Я не оставлю молитвенную жизнь. I will not forsake Bible. Я не брошу Библию. I will meditate the word every day. Я буду размышлять о Господе каждый день. I will not forsake purity. Я не оставлю чистоты. Yes, it is true, there is no purity in my life. Да, это верно, нет чистоты в жизни моей. No purity in my thoughts. Нет чистоты в моих помышлениях. No purity in my eyes. Нет чистоты в очах моих. No purity in my flesh, in my body. Нет чистоты в моей плоти, в теле моем. I know I failed in this area. I know I failed in this area. Я знаю, что я терплю крах в этой области жизни. Please forgive me, Lord. Пожалуйста, Господь, прости меня. Yes, it is true. I need to be a loving husband. И я должен быть любящим отцом. But I did not love my wife enough. Но я недостаточно люблю свою жену. I did not submit to my husband. Я непослушна своему мужу. I was always arrogant. Я всегда проявляю высокомерие. I always argue. Я всегда спорю. I always fight. Я все время I always fight. Все время веду какой-то бой. No peace at home. Нет никакого мира в доме. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. I'm not a loving father and loving mother. Я хочу быть любящим отцом, любящей матерью. Yes, I don't spend much time with my children. Да, я хочу много времени проводить с детьми. Lord, please forgive me. Господи, пожалуйста, прости меня. Yes, I do accept. I am not an example. I am not a model. Да, я понимаю, что я модель, я примером должен быть. What I am, outsiders may not know. Кто я? Люди не знают меня. But my wife and my children are watching every day. Но моя жена и мои дети, они знают меня изнутри, наблюдая за мной каждый день. I'm not a
example mother, exemplar father at home. Я хочу быть примером, примерным отцом дома. Lord, please forgive me. Господи, пожалуйста, прости меня. Make me a model. Сделай меня моделью. Make me a best father, best mother. Образцом, лучшим отцом и мать или матерью. Best husband and best wife. Сделай меня самым лучшим мужем, самой лучшей женой. Dear friends, will you pray this prayer this evening? Дорогие друзья, сегодня вечером, if you are a shepherd, мы собрались здесь служители. Если вы пастырь, love your sheep, любите ваших овец, feed your sheep, кормите ваших овец, protect your sheep, защищайте ваших овец. If your sheep finds a loving shepherd, если овцы ваши найдут любящего пастыря, they will go and bring the sheep. Они будут приводить других овец. That is what God is expecting from you. Это то, что они ожидают от вас. Is there anybody in this evening? И каждый ли здесь сегодня вечером? This night God spoke to me. This night God spoke to me. Is there anybody who says? Чувствует, что сегодня Бог говорил к нему. God spoke to me. Кто может сказать, Бог говорил ко мне? He convicted me of my faults. И он обличал меня в моих немощах и в вине моей. I understood where I am wrong. Я понял, где я неправильно веду себя. I understood where I failed. Я понял, где я терплю крах. I want to recommit myself to God. Я хочу себя вновь посвятить Богу. I want to submit and surrender my remaining life to God. Я собираюсь в послушание привести всю свою жизнь Богу. I want to be an example to people. Я хочу быть примером для других людей. I'll take care of my personal life. Я буду заботиться о личной жизни своей. I'll take care of my family life. Я буду заботиться о своей жизни в семье. I'll take care of my ministry and life. Я буду заботиться о жизни в служении. God spoke to me. Бог говорил ко мне. I recommit my life to God. И я вновь посвящаю жизнь свою Богу. Если здесь есть человек, кто молится такой молитвой, вы можете поднять свою руку? Давайте закроем свои глаза. Не глядите по сторонам. Вы говорите с Богом. Вы говорите Богу. Господи, я потерпел неудачу. You reconciled with God. Вы примиряетесь с Богом. Ask God to forgive you. Попросите, чтобы Бог простил вас. Ask God to renew your spirit. Попросите, чтобы Бог обновил вас. Ask God to refill your spirit. Просите Бога, чтобы Он восстановил ваш дух. Speak to God. Говорите к Богу. Dear friends, дорогие друзья, I do not know when I'll come back. Я не знаю, когда я вернусь сюда. But I don't want you to go without conviction of the Holy Spirit. Но я не хотел бы, чтобы вы ушли отсюда без наставления Духа Святого. If you really want to surrender and submit your remaining life, если вы на самом деле хотите подчинить свою жизнь послушанию Богу. Can you come forward and kneel at the altar? Можете ли вы пройти вперед и склониться Can you forward? Перед жертвенником здесь? Yes, God bless you, sister. Anybody да, else, come благослови forward. Бог ваш сестру. And surrender your life to God. Yes, God bless you, brother. Еще. God bless you. Да, благослови вас Бог. Just fall on your knees. Да, падите на колено ваше. Fall on your knees. Да. Падите на колени ваши. Let us cry unto God. Давайте recommit, стоять перед Богом. Recommit ourselves. И вновь посвятим себя. Oh Lord, we neglected our prayer life. Господи, мы понимаем, какова наша молитвенная жизнь. Oh Lord, we neglected Bible. Мы понимаем, что мы пренебрегали Библией. We have time for everything. И у нас время было для всякого. But no time for fellowship.
Но не было времени для общения с тобой. No time for Bible. Не было времени для Библии. We failed in this area. Мы потерпели крах в этом. And there is no purity in our spirit, soul and body. И нет чистоты в нашем духе, в душе и теле. Please forgive me, Lord. Пожалуйста, прости меня. Please Господь. Forgive me, Lord. Пожалуйста, прости Make меня. Make me Господь. A good husband. Make me a good husband. Make me a loving husband. Чтобы я мог быть хорошим, любящим отцом. A loving wife. Любящей женой. A caring father and caring mother. Чтобы я был любящим мужем и заботливым отцом, матерью. Lord, make me an example, exemplar father and exemplar mother. Соделай меня образцом, образцовым отцом или матерью. Let our children say, my father is the best father. Чтобы мои дети могли говорить, my mother is the best mother. Матери, у меня самый лучший отец. We learned life lessons from my father and mother. Я так ценю, так люблю своих отца и мать. We have not seen Jesus. We have not seen Jesus. Мы не видели Иисуса. But I see Jesus in my father. Но я вижу в отце своем Иисуса. I see Jesus in my mother. Я могу увидеть Иисуса в моей маме. Father and mother, this has to be the testimony of your children. Отцы и матери, да будем мы свидетелями детям своим. I will not get into ministry with dirty hands. Прости, что я приходил к служению с грязными руками. I will not handle ministry with dirty thoughts. Прости, Господь, что я занимался служением с дурными помыслами. I will not participate in church activities with dirty life. Я хочу отречься всякой нечистой жизни. Lord, wash me. Очисти меня, омой, Господи. Cleanse me. Очисти меня. Wash my heart whiter than snow. Очисти сердце мое, чтобы оно было белым. I want to be pure. Белее снега, чтобы I want to я be был clean. Чист. Я хочу быть чистым. Make me, Lord, like your son Jesus. Сделай меня таким, как ты, Иисус. Yes, Lord, I have neglected the church. Да, Господь. Yes, Lord, I have neglected the sheep. Я пренебрегал церковью. I didn't feed them the word. Я недостаточно кормил. I didn't show your love. Я не являл любовь твою. Lord, I failed to be a pastor. Господи, я терпел крах. I failed to be. Я терпел крах. In being an active church leader. В явлении активной любви. Я терпел крах как лидер в церкви. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Help me to feed the sheep. Позволь мне кормить овец. Help me to love the sheep. Помоги мне любить овец. Help me to protect the sheep. Помоги мне защищать овец. Whatever I do, что бы я ни делал, Lord, help me to do for your glory. Помоги мне делать это во славу. Whatever responsibility I take in the church, Lord, help me to give my best. Какой бы отклик я ни видел в своей церкви, Господи, помоги мне делать самое лучшее для нее. I have wasted my life. Я вкладываю свою жизнь. I have wasted my time. Я вкладываю свое время. I have wasted my energy. Я вкладываю свою энергию. But Lord, Господи, I want to invest everything in your kingdom. Я все готов вложить ради царствия Твоего. I want to serve you with best of my ability. Я хочу служить тебе. No more turning back. Из всех своих способностей. No more going back. Лучшим, что есть во мне. I will give my best for you. И когда я вернусь, я самое лучшее для тебя. Let this country be saved. Да будет эта страна спасена. Let this country be saved. Да будет спасена эта страна. Let everyone hear the gospel. Да будут люди слышать Евангелие. Lord, make me
an instrument in your hands. Господи, make me an instrument in your hands. And use me. Употреби меня, Господи, to extend your kingdom in this nation. Для того, чтобы царствие твое распространилось. If you could do it in India, в этой стране, если ты мог это you сделать, will do в Индии, it in this nation. Ты можешь это сделать и в этой стране. Lord, bring revival in this nation. Господи, пусть пробуждение придет от тебя в эту страну. Bring great change in Christian world. Перемены в жизнь христианскую. Let every pastor be revived. Пусть каждый пастор, let every leader be revived. Будет вовлечен. И каждый лидер, Lord, let them serve you with all the best of their strength and ability. Господь, помоги нам служить тебе всеми своими способностями. I pray for this pastor Rick. Я молюсь за пастора Рика. He has come to this nation with great vision. Он пришел в эту страну с великим видением. For 24 years. 24 года. We see the result of his hard labor. Он здесь служил от сердца своего. Bless this church, O Lord. Благослови эту церковь, Господи. Bless pastor's family. Благослови семью пастора. And three children. И детей его. Let this church be a model for this nation. Пусть церковь эта станет образцом в этой стране. Let mega churches come up in this nation. Пусть поднимутся мега-церкви в этой стране. Let everyone confess that Jesus is my Savior. Чтобы каждый мог свидетельствовать об Иисусе Спасителе. Lord, as we disperse from here, Господь, be with us. Прибудь с нами. Be with me. Прибудь со мной. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Friends, thank you so much. Спасибо вам большое. How many of you are blessed with this meeting? Бог благословил наше собрание. Были ли вы благословлены? Yes. Да? Can you clap and let's... Right, thank you so much. Спасибо. I need to leave by 12 o'clock flight. Сегодня мне нужно улетать в 12 часов. Please pray for me. Пожалуйста, молитесь обо мне. God willing, по Божьей воле, we'll see you again. Мы увидимся вновь. If not here, если не здесь, we'll see there. Мы увидимся там. God be with you. Да будет Бог с вами. Thank you. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, пастор Сатиш. На этом мы заканчиваем первый день саммита. Нам, правда, нужно уезжать. Если мы сейчас не уедем, то мы можем опоздать на самолет. Он не сможет покормить своих овец в воскресенье.